Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка! Да, друзья, вы уже поняли. Этот взгляд мы с вами можем узнать из тысячи. Что, и Букешка, опять какую-то дичь придумал, да? Да, есть такая. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортин, а также капитан Очевидец. Привет от старых штиблет. Красавчик. У меня тут вдруг возникла мысль. Ведь есть в нашей игре пистолет-пулемет, который отправился далеко на дно. Во всяком случае, особо его не видно. Давайте постепенно вытащим его оттуда и попробуем с ним хорошенечко понагибать. Warface 2020. Игра столь разнообразная и невероятная, что ютуберы уже играют по 10-му разу на одних и тех же картах с одними же и теми же стволами. Контент, которого мы заслужили. Охрененный мозголом. Один хэт из вереска, три из пистолета. Растешь, Ракутагин. А вот пусть тот, кто это оружие якобы апает, с него мозголом и ставит, понял, Кэп? А у меня очко нифига не резиновое. И вообще, давай это, крути свою шарманку там. Кинокомпания не та кнопка. Кинокомпания не та кнопка представляет. Удивительный вереск. Или горохострел прошлого в жестоком настоящем. Типичный Ракутагин. Сын бой в углу сидит. С говном он в бой летит. Молчи, птеродактиль. У меня черный пояс по каркаде. Похоже, противники вообще не собираются защищать свой плент. Ну и отлично, поставим бомбу. Бомба установлена. О, какие люди! Хедшот! Хедшот, детка, you get owned, мой сладкий. Так, девушка, будьте добры. Да, с этой пушкой, конечно, на дистанции лучше не шалить, а то можно поиграть в хот-дог. Причем моя жопа будет булочкой, а противник будет сосиской. Че-то противники вообще расслабились. Отдают... я сам чуть не расслабился, извиняюсь. Да. О, минка моя сработала. Стало быть, ребятки-то... их нагнули уже. Че-то вообще расслаблены, они просто плент. Отдают, я спокойно ставлю. С другой стороны... Не надо подходить сзади, меня это устраивает. Да. Сири, сколько ждать противников? Не расслабляй булки, а то тебе пизда. Понял. Противника убиты. Походу добыло. Не гони говно по трубам. Оу май. Внимание! Бухой хозяин вольным шагом возвращается домой. Это где вдруг? А, понял. Так, медик, шевели булками, даю дым, резай. Тем временем, тот самый медик. Охуенный медик. Ну, мина есть. На жопе шерсть. Нормальная мина, не гони, Кэп. Осторожно, граната!
Словно горный орел на вершине Кавказа закрысил рачина на краю унитаза. Сам ты унитаз понял? Это пожарный гидрант, идиот. Смотри, как я пиксель профессионально. Чпоньк! Опа! Хэдшот где-то, очка, да? Ну признайся, Ракутагин, тяжело с рандомом играть. Ты знаешь, капитан Очевидность, раньше было да, психологически. А недавно один человек мне сказал, что... Представь, что ты играешь один. Один, и больше в команде у тебя никого нет. И я представил. И знаешь, как-то легче стало играть. И даже проигрывать в случае чего не так обидно. А потом я понял, что вся глубина и мудрость этой мысли заключается в том, что так оно на самом деле и есть. В рандоме почти всегда играешь только ты один. Так что такая вот... А, сука, глубокая мысль. Дабл килл, деточка, да? Ну и что, мои сладкие? Ой-ой-ой, конец. Раз. И два. А точнее, минус пять. Вынужден заметить, что Вереск меня немало удивил. Если на дальних дистанциях это, конечно, горохострел, пневматика и страйкбол, то на ближних, извините меня, вполне годный нагиб. Да и без кредитов, не донатя. Да, так что право на существование имеет. Единственное, хотелось бы, чтобы на дальних дистанциях он был бы все-таки более эффективен. Но в любом случае, если данное видео вам понравилось, ну вдруг, ну бывает же, по каким-то причинам, то ставьте лайки, пожелания, как хотите. Яйки чешите, это сами понимаете. Обязательно. Без этого просто, ребята, никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайтесь. Увидимся. Пока.